Спиннинговые удилища, приманки, фиксаторы и блесны. Любителям рыбалки провели мастер-класс по снастям. Специалист рассказал о преимуществах всех составляющих удочки, начиная с лески и заканчивая обычными грузилами. Особое внимание мастер уделил креплению бойла. Вол специально вяжется крючком, делается специальный подпасок, практически там порядка 70 сантиметров. И на нем крепится с помощью стопора специального крепится бойл. Вариантов на самом деле очень много. Можно фактически на крючок сразу насаживать. Тематические мастер-классы проводят часто. Их может посетить любой желающий. Какие интересные встречи пройдут в ближайшее время, можно узнать на страницах газеты «Химкинские новости» или на специальном сайте администрации.